Всем доброе солнечное утро. Мы приехали, привезли картон. Извиняюсь за свой голос, я маленько заболела. Вот. Картон привезли. Будем полы утеплять сегодня. Вот еще картон. Вот. Вот привезла я свой веник привезла. Какая задача у нас сегодня? Вот это подмести нужно. И вот этот картон мы привезли уже. Ну, еще одна пачка у нас есть такая. Здесь все подвинту. Линис все запенит. Вот как мы придумали закрыть, значит, отдушину. Все запенится. Линис придумал порог, как сделать красивенько. Подпилил чуть-чуть и срезает, чтобы было доски сюда заходили. Здесь у нас получится теплый арболит кусочек. Останется плюс пена. Доски, ОСБ, ну еще что придумает, все покажем, как будет. Вот смотрите, как грядненько, смотрите, у нас сейчас будет все чистенько. Вот начнем с этого места. Опилки не можем привезти, поэтому будем просто картоном закрывать. Зажевала? Да, да. Вот, смотрите, какая чистота получилась. Там чуть-чуть осталось. Просто нужно, видишь, пока пена не засохла, быстро наложить. А, пока пена не засохла. Она еще к пене приклеится. А, ну классно, что-то. Инис уже запенил следом за мной и уже накладывает картон. Это я отработкой мазала. Когда мы фундамент отливали, чуть-чуть помазала. Мошка, мне помощь не нужна. Денис, я еще не доподметала, ты уже, смотри, я здесь да даже не подмела. Покой. Сейчас надо здесь, говорю, пока пену не засохло, постелить. Зачем же ты тогда запенил, надо было меня подождать. Я что буду стоять? Подмести, ну, что, подмену? Вот такая красота получилась. Там запенил, опилочками насыпала. И пошла красота. Вот так вот. Вот так вот, вот, вот так вот, вот. Красивенько получается. Я думаю, будет тепло. Будет тепло. Хорошо, и болеть не будем. Это получается, мы потратили на утепление только баллон пены. Вот. Баллон пены примерно 500 рублей стоит. Вот. Здесь примерно около 10 квадратов, 500 рублей. Я думаю, неплохо сэкономили на утеплителе. Первая доска пошла. Ну вот, начинаю прокручивать. Досочки. Будем прокручивать. По две, да? По два.
общем, буду прикручивать. Такие полы получаются. Топ-топ-топ. Супер-пупер. Вот так-то. Какая красота. О, нет, чё? Всё чётко. Всё чётко. Я уже полежала, здесь вообще классно. Тепло. Мы здесь запенили и опилочками присыпали. Вот так вот. Ну, еще брусочки есть. Оставляли. Эти брусочки у нас от дров. Я их выбирала. В дровах вот такие попадались. Вот такие у нас полы. Получается. Здесь в последнюю очередь кусочки будем делать. Сейчас будем плохи. Плохи, плохи, это плохи. Ну вот, видео уже подходит к концу. Солнышко клонится к закату. А у нас здесь...
чуть-чуть не хватило досок. Две штучки не хватило. Полторы даже. Да, с обрезкой. И так пытались их маленько растянуть. Эти щели делали специально. Пытались растянуть. Ну вот, солнце клонится к закату. Этот ролик подходит к концу, поскольку у нас осталось чуть-чуть саморезов. Я сейчас докручу и все. Поедем домой, потому что саморезов не хватает. Пачку использовали. Надо было больше делать. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Всем мира и добра. И до новых встреч.